И снова здравствуйте. Мы продолжаем наши эфиры на Укрлайф ТВ. В медицинском центре «Призма» за одно посещение и без всякой боли ваша улыбка становится безупречной. А с нами на связи Мария Золкина, политический аналитик Фонда демократической инициативы. Мария, доброе утро. Здравствуйте. Мария, ну, сразу болезненный вопрос, о котором волнуются многие люди, которые остались на оккупированной территории там, на Донбассе. Невозможно прийти в Украину и получить свои пенсии, свои социальные выплаты, КПВВ закрыты, и непонятно вообще, что со всем этим делать, когда эти пункты пропуска откроются и на что вообще людям рассчитывать. Давайте, наверное, с этого начнем, потому что это действительно серьезная проблема. Ну, пока что принципиального согласия в Минской ТКГ, потому что там обсуждали этот вопрос 8 июля, нет по поводу полноценного открытия КПВВ, но мы должны понимать, что загвоздка сейчас состоит в процедуре открытия со стороны так называемых республик. Украинская сторона уже начала пропуск людей, и фактически любой может заехать на территорию Украины. Например, вчера, кажется, я видела первые сводные данные от Минреинтеграции о том, что более 4 миллионов гривен было изъято из банкоматов в станице Луганской, хотя за аналогичный период в прошлом году там порядка только 280-300 тысяч гривен снималось. Но период, честно говоря, не помню, но совсем короткий, то есть буквально там неделя, грубо говоря, там июль месяц. То есть люди все-таки стали выезжать за тем, чтобы снимать пенсии, и украинская сторона пока что справляется с наплывом, скажем так, который идет через, в частности, этот пункт пропуска. В Донецкой области ситуация сложнее, потому что там вначале были попытки открыть с обеих сторон, но в результате все заблокировали со стороны так называемой ДНР. Вот пока никаких оптимистичных новостей вот на сегодня нет. Договоренности нет. Возможно, это связано с тем, что мы не понимаем до конца, какая эпидемиологическая ситуация царит на оккупированных территориях. Ни у кого нет достоверной информации, сколько реально заболевших, какие темпы распространения заболевания. И, возможно, именно в связи с этим оккупационные администрации не хотят полноценного открытия движения для движения людей, потому что неизвестно, как потом справляться с теми возможностями, которые там есть, с ограниченными ресурсами врачей, больниц, лекарств и так далее. Если будет полноценное движение, соответственно, может быть еще большая вспышка заболевания. Ну, других таких серьезных препятствий для того, чтобы все-таки хотя бы начать открывать, хотя бы в частичном режиме запускать КПВВ, пока что не видно. Россия обещала, кстати, на ТКГ, что будут открыты, не просто возобновлены все пункты пропуска, но еще и дополнительные откроют. Это обещало нам 8 июля, но это обещание звучит уже не в первый раз, а по поводу открытия нового КПВ, в частности, в Золотом, это мы слушаем уже вообще 4 года. Так что я бы особо не доверяла этим заявлениям. То есть, если вот сейчас вас слушают люди на оккупированных территориях, то пока ни о каких прогнозах, ну, по крайней мере, для Донецкой области, говорить мы не можем. Ну, наши оппоненты в ТКГ пока что не могут даже со своей стороны определиться, что им нужно для того, чтобы они открыли КПВВ. Сначала речь шла о какой-то процедуре составления списков для возврата. То есть представьте себе абсурдную ситуацию. Они готовы выпустить кого угодно на подконтрольную территорию, но запустить обратно только тех людей, которые попадут в список для возврата в этот конкретный день. Для того, чтобы мы понимали, две трети пересечения через линию разграничения – это пересечение для получения пенсионных и социальных выплат. Соответственно, эти люди приезжают только на один день. Они тут же должны вернуться. Если их домой на оккупированную территорию не пускают в этот же день, этим людям нет смысла выезжать. Каким образом эти списки будут составляться, в Минской ТКГ мы ни разу не услышали. То есть, например, украинская сторона хотела по определенной очередности запускать пенсионеров и других людей с оккупированной территории. Наиболее
обсуждаемой была схема по возрастному цензу. Сначала пенсионеры, которые старше всего, там, например, им 10 дней дается для пересечения и снятия денег из банкоматов. Дальше младше, младше и так далее. Вот. С той стороны мы не увидели вообще никакой логики, по какому образу они эти списки собирались бы составлять. Плюс надо понимать, что население тоже ничего не знало на оккупированных территориях и долгое время предпочитало даже не пытаться пересечь линию разграничения. Ну и по сей день никакой процедуры от оккупированных администраций мы не увидели четкой. Как они собираются людей выпускать и запускать обратно. В этом состоит вся проблема. Поэтому по факту даже там, где... теоретически можно было бы пересекать большему количеству людей в той же станице, этого не происходит. А людей просто не могут не пустить обратно домой, так как это было в первые дни после открытия КПВВ, когда украинские пограничники пропустили через свои КПВВ граждан, и они застряли в серой зоне, потому что боевики их не пустили на эту территорию. Люди, соответственно, вернулись, рассказали это огромной очереди, которая собиралась там в первые дни под украинским КПВВ. Очередь сразу разошлась, уже все перехотели ехать на оккупированную территорию. И на этом попытки закончились. Сейчас более-менее движение есть, но это совершенно не то, о чем идет речь, как о более-менее активном движении. Ну и, Мария, теперь немножко о переговорах в Минске в трехсторонней контактной группе, потому что мы в прошлый раз уже обсуждали, что там мы пополнили свои ряды представителями новыми. И вот давайте немножко об этом поговорим, потому что возникла какая-то информация о том, что по некоторым пунктам Минских соглашений наконец-то договорились, по пунктам, связанным с особым статусом. Потом Сергей Гармаш несколько опроверг эту ситуацию. Что же там, какие договоренности, что с продвижением вот по особому статусу. Мы прекрасно помним, что до 6 июля по какой-то причине Россия потребовала предоставить этот законопроект, который должен был быть разработан. Непонятно, почему 6 июля, с чем это связано. Понятно, что мы не предоставили. Давайте немножко об этом. Ну, это была совершенно такая ожидаемая от России хотелка в духе 2015-16 годов, когда Россия все время там требовала в какие-то сумасшедшие сроки что-то принимать от Украины, в частности, закон о выборах, там, изменения в Конституцию во втором чтении. То есть на это никто всерьез не отреагировал. Ни в Киеве, ни в Берлине, который на сегодняшний день снова такой хладнокровный партнер Украины в нормандском формате. Это вот, кстати, интересный момент, может быть, мы тоже об этом поговорим, потому что я вижу определенные изменения в переговорной тактике Украины и вообще в переговорах за последние несколько месяцев после провала консультативного совета. То есть немного картина меняется. Но что касается конкретно особого статуса, никакого прогресса в политической подгруппе нет. Абсолютно. Ситуация в таком же тупике, в каком она была и до внедрения в политическую подгруппу украинских переселенцев. Никто ни о чем не может договориться. Россия выходит с какими-то сумасшедшими идеями, как, например, вот на последний ТКГ с идеей из уже существующего и принятого украинского закона об особом, о так называемом особом статусе, вычеркнуть любые упоминания об украинских переселенцах. Я напомню, что в этом законе есть положение, которое касается того, чтобы в рамках реинтеграции и предоставления того самого особого статуса, кроме всего прочего, были созданы условия для безопасного возврата на эту территорию вынужденно выехавших оттуда лиц. Что предполагает, кроме всего прочего, не только физическую возможность туда вернуться, но и, как бывает в таких ситуациях после конфликтов, обязательно, там так не написано, но это следует из этой нормы по как бы международному праву и по внутреннему украинскому. Это и компенсации, это и возврат собственности, которая была экспроприирована, скажем так, у переселенцев, которые выехали и оставили бесхозными свои квартиры, дома там, или другое имущество. И вот на последний ТКГ российские марионетки из ЛНР и ДНР выступают с инициативой в политической подгруппе убрать это положение из украинского, уже принятого нами закона о так называемом особом статусе. То есть 1,5 миллиона людей вычеркнуть, минимум 1,5 миллиона людей вычеркнуть из истории о реинтеграции. Естественно, они
понимают в России и в так называемых республиках, что эти люди навряд ли будут очень лояльны к ЛНР, ДНР России, что они захотят вернуться на свои места, они, возможно, будут голосовать на выборах, которые когда-нибудь там будут совсем не так, как местное население привыкло голосовать, например, или будет голосовать. То есть это фактор риска, это фактор дестабилизации этих оккупационных администраций. Переселенцы как актор влияния в реинтеграции не нужен ни России, ни марионеточным этим группировкам. Естественно, украинская сторона на это не пойдет, потому что, наоборот, это легально, это с правовой точки зрения правильно, и вообще переселенцы, в отличие от самопровозглашенных чиновников, они являются действительно голосом оккупированного Донбасса. Но при этом, что это значит? Что переговоры, которые и так были безрезультативными в политической подгруппе, они дополнились еще одним камнем преткновения. Поэтому никакого основания для прогресса я там особо не вижу. Более того, мне импонирует позиция, которую сейчас там занимают, ну, как минимум двое украинских переселенцев, по той простой причине, что эта позиция достаточно открыта. Я имею в виду постоянные комментарии, которые Сергей Гармаш и Денис Казанский дают после этих заседаний. Соответственно, их определенную публичность и открытость я как эксперт воспринимаю как определенную подушку безопасности в отношении того, что могло бы, прикрываясь их именем, происходить в политической подгруппе. Поэтому мне кажется, пока что никаких подковерных договоренностей по особому статусу, по выборам нет и не будет. И о том, что эти риски гораздо ниже, чем они были еще, например, в марте, свидетельствует в целом некоторое изменение тактики украинской переговорной группы за последние вот эти месяцы. Ну, теперь давайте ближе ознакомимся с изменением переговорной тактики, потому что это интересно. После того, как провалился консультативный совет, который, очевидно, продвигался частью украинских переговорщиков, его активно защищали Ермак, его активно защищал вице-премьер уже Резников, идея провалилась, и вот после этого украинская переговорная позиция, ну я бы сказала так, начала рационализироваться и отрезвляться. Во-первых, мы вернулись, это очень важный момент. Мы постепенно вернулись за последние 3 месяца к классическому нормандскому подходу, когда идет движение по линии либо министров, либо политических советников. Больше всего, конечно, говорили между собой там, по видеосвязи или по телефону советники. И вот последний раз они встречались 3 июля в Берлине, когда приезжала и российская делегация, и украинская делегация, там, ну, маленькая, там, Резников с Ермаком, но это был формат политических советников, лидеров нормандской четверки. То есть этот формат активизировался, потому что он находился в определенном застое до 2019 года, 16-17-19. В 2019 году он фактически был вытеснен неформальным каналом переговоров между Киевом и Москвой, что рушило привычную нам логику переговоров, которая все-таки находилась, знаете, в таких заданных дипломатических рамках. Есть Минская ТКГ как производная от нормандского формата, и есть нормандский формат, где Украина и Россия общаются при посредничестве Парижа и Берлина. И вот в 2019 году произошел очень рискованный для Украины шаг, когда де-факто ставка была сделана на прямые, причем неформальные переговоры с Российской Федерацией. И эта тактика провалилась. Потому что, несмотря на желание новой украинской власти в 2019 году, никаких уступок с российской стороны добиться не удалось. А украинское общество, возможные последствия от таких широких компромиссов с Россией, они, знаете, несколько отесали вот этот оптимизм, который был у команды Андрея Ермака в отношении быстрых договоренностей с Москвой. То есть пришлось на это оглянуться.
какие будут последствия, как отреагирует общество, останется ли у нас поддержка международного сообщества, если мы будем договариваться вот так вот как бы за закрытыми дверями, там между командами Ермака, сначала Суркова, потом Ермака и Козака. И нормандский формат фактически не существовал за пределами подготовки к нормандской встрече, но эта подготовка все равно велась по неформальным связям, скажем так, больше. И вот в 2020 году, после провала консультативного совета, который тоже не был согласован в нормандском формате, это было сюрпризом для окончательный вариант этого консультативного совета, который нам предложили в марте, он был сюрпризом и для Парижа, и для Берлина. Они не знали, что это в такой форме будет оговорено между Козаком и Ермаком. И, соответственно, после уже этого провала мы постепенно возвращаемся к классическому подходу, когда есть канал советников нормандской четверки, когда между собой могут общаться министры, что происходило, в общем-то, только раз, 30-го, кажется, апреля, но тем не менее, канал ожил. И что более важно, последняя встреча 3 июля, она засвидетельствовала. Мы вернулись к привычной формуле, когда есть Украина, Украина, Берлин и Париж на одной стороне, у них есть общая позиция, у них есть какое-то общее видение, как нужно имплементировать, в частности, парижский итоговый документ по результатам предыдущего нормандского саммита, и в стороне остается Российская Федерация, которая, как всегда, совсем не согласна, имеет свое мнение, что надо выполнять, а чего не надо выполнять. То есть, в отличие от всего предыдущего года, мы фактически, и это сильный очень такой вот результат, который однозначно в плюс Украине, что мы вернулись к формату «мы», поддерживаемые Германией и Францией, и с другой стороны Россия, которая почему-то с этой позицией других трех лидеров или других трех стран не соглашается. Вот это то, к чему мы пришли. Ну и плюс, конечно, попытки Украины как-то изменить работу в Минской ТКГ, дополняют картину, потому что вот идея с переселенцами – это тактически правильный шаг, но он не ведет автоматически ни к какому прогрессу в переговорах. Но дипломатически он усиливает нашу позицию, потому что это на ура воспринимается международным сообществом, потому что идея с переселенцами им понятна. Эти люди имеют право каким-то образом быть причастными к переговорному процессу, особенно если они участвуют в качестве там, экспертов. Да? Два вопроса. Почему вы считаете, что мы поддерживаемые, нас поддерживают Франция и Германия? Почему так это прозвучало? Откуда? Почему вы сделали такой вывод? И насколько это может как-то продвинуть переговоры вперед? Потому что мы это уже проходили на самом деле, этот период, и, к сожалению, каких-то решений стратегических прорывов все-таки не было. Да, стратегический прорыв возможен только в случае, если Россия начнет менять свою переговорную позицию. Она этого не делает, она к этому не готова. У нее есть минимум две принципиальные позиции, на которых она стоит и выполнение которых она требует. Это в той или иной форме. Но прямой диалог все-таки между оккупационными администрациями в Донецке и Луганске и официальными властями в Киеве. И второй момент – это сначала политическое урегулирование без любых гарантий безопасности. И вот эта матрица переговорная для России, она незыблема. Россия никуда не отходит ни влево, ни вправо. И еще больше стала в 2019 году давить именно на вот эти позиции, чтобы они были реализованы. Поэтому поддержка Берлина или более пассивная, но все-таки поддержка Франции на сегодняшний день, они ничего не гарантируют абсолютно. Никакому прогрессу это не приведет автоматически. Но это фактически в чем плюс вот возврата к такой формуле переговоров? В том, что украинская сторона не остается все-таки один на один с Кремлем. О чем задумывались переговорщики от Украины в 2019 году? То есть им этот формат представлялся более гибким, не отягощенным какими-то дипломатическими протоколами. Казалось, что вот можно сесть, поговорить и договориться.
Но так, к сожалению, не работает со стороной, которая очень жестко стоит на своих позициях и не готова к компромиссам, которые ее не устраивают. Да? Поэтому если вторая сторона, Россия, к таким любым компромиссам, которые ее не устраивают, не готова, она просто и хочет, чтобы ее видение было имплементировано, и все ее интересы были соблюдены, то в таком случае нам безопаснее и выгоднее, даже если нет прогресса, иметь поддержку за своей спиной нашего ключевого партнера в переговорном процессе. Таким партнером являлась всегда в нормандском формате все-таки Германия. У нее была самая стабильная позиция в отношении переговоров с Российской Федерацией. И мы должны, наверное, использовать тот шанс, что этот процесс лично контролируется канцлером Меркель. Она прекрасно осведомлена о всех тонкостях российско-украинского конфликта. И она лично, и политически, и лично она вовлечена в это. И заинтересована в том, чтобы это было не просто какое-то решение на бумаге, но чтобы оно приводило к достаточно стабильному миру, скажем так. То есть вот если сравнить позицию Франции и Германии в 2019 году, то тогда Франция ратовала за практически любой мир, потому что Макрон схватился за готовность Владимира Зеленского договариваться с Кремлем. И Макрон был вот на волне такого дипломатического энтузиазма. Франция была готова согласиться чуть ли не на что угодно, лишь бы об этом между собой договорились Москва и Кремль. Германия была гораздо хладнокровнее. И... Москва и Киев. Лишь бы об этом договорились Москва и Киев. Да, да. А Германия была достаточно такой рациональной все-таки, и роль Меркель тоже во время нормандского саммита, она была ролью такого, она осаждала вот этот вот горячий энтузиазм, который никакому стабильному миру не мог бы привести. И поскольку Меркель уже не планирует больше оставаться на должности канцлера, и, очевидно, она будет сменена, там идет внутренняя борьба, и, ну, даже не борьба, а вообще-то дилемма, кто вообще ее заменит, потому что уже была попытка выбрать нового лидера, и это провалилось пока что. Вот. То есть кто будет вместо нее? И настолько ли будет... В Германии очень сильные институции, у них есть институционная память. Это не значит, что Германия от нас отвернется в случае, если сменится канцлер. Но, тем не менее, это очень много значит, что она была у истоков этого процесса, и она как супервайзер над этим стояла и лично была в это вовлечена. И вот пока она на должности, мы либо должны сделать что-то, что она поддерживает в рамках нормандского процесса, потому что мы получим эту дипломатическую поддержку. А Меркель потенциально может поддержать определенный пересмотр Минских соглашений, о чем было заявлено уже несколько раз в очень дипломатичной форме, но вот определенный апдейт, приведение их в соответствие с реалиями сегодняшними, в частности, пересмотр пунктов по границе. Это потенциально, эта канцелярия, этого канцлера поддержать может. И этот шанс, с моей точки зрения, нужно использовать. Потому что если меняется канцлер, меняется лидер, соответственно, переговорного процесса со стороны Германии, нам неизвестно, сколько у нас уйдет времени на то, чтобы заручиться поддержкой уже совершенно другого человека. Мария, ну давайте теперь немножко вернемся к пересмотру Минских соглашений и вообще к пересмотру переговорных процессов. Вот скажите, пожалуйста, как-то в свое время исчез из... просто вот взял и исчез переговорный трек между Соединенными Штатами Америки и Россией. Он исчез вместе с Куртом Волкером. И никакие попытки восстановить этот переговорный трек не предпринимались. По крайней мере, со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну и создается такое впечатление, что и Украина как-то не особенно настаивала на это. Как вы считаете, насколько сейчас этого переговорного трека не хватает? И означает ли это, что Соединенные Штаты Америки дистанцировались от всяких переговорных процессов между, скажем там, Украиной и Россией и вообще дистанцировались от мирного процесса? Роль дипломатического вовлечения США в переговорный процесс действительно критически низкая, если учесть
какую роль они играли все время, не будучи формальными участниками нормандского процесса, но при этом действительно трек Нуланд Сурков или потом Волкер Сурков играли колоссальную роль, потому что там нащупывалось то, что потом проверялось, перепроверялось нормандской четверке. То есть это был очень важный канал. И сейчас этого канала действительно нет, что автоматически означает отсутствие такого серьезного вовлечения штатов в переговорный процесс. Это, естественно, играет в минус Украине, потому что канал, хотя он и был, ну, неофициальным по сути, и он не ограничивался какими-то там нормандскими, минскими рамками, но он был настолько, ну, скажем так, чувствительным, что, с одной стороны, он давал возможность договариваться и нащупывать почву между двумя столицами, с другой стороны, он ни разу не привел к каким-то решениям, которые шли бы вразрез с позицией международного права и Украины. То есть он был, это очень важно, будучи неформальным, он оставался достаточно безопасным для Украины. И в формате Нуланд-Сурков, хотя там они разные беседы вели, и в формате Волкер-Сурков, но по факту мы, все результаты были достаточно безопасными для Украины. Сейчас Штаты, в Штатах, я бы сказала, во-первых, у администрации нет заинтересованности определять нового специального представителя, который бы занимался этими вопросами. То есть украинский вопрос, он как-то вот перешел в другую плоскость в связи со всеми скандалами, которые были в 2019 году, с импичментом. Ну, перестало быть интересно нынешней администрации заниматься украинским вопросом вот настолько, знаете, как вопросом своего родственника, которого надо все время поддержать и там где-то помочь и так далее. Но при этом остались вот те вещи, которые зависят исключительно от американских институций, в частности от Конгресса, когда речь идет о серьезных санкциях, которые постоянно нарабатываются, либо усиливаются, либо поддерживаются и пролонгируются. То есть осталась вот эта институционная составляющая, осталась какая-то финансовая помощь, хотя она могла бы быть явно больше, чем там несколько сот миллионов долларов. Вот. Но при этом вот этот самый чувствительный политический и дипломатический канал поддержки Украины в этом конфликте, он действительно засыхает. И более того, если бы сейчас администрация Трампа вдруг решила кого-то назначить, я не верю, им это не нужно. Просто это не в приоритете у них вообще. Вот. То и найти человека, который бы на это согласился, ну, как американисты говорят, было бы очень сложно. Потому что тема стала настолько токсичной, что ни один из мастодонтов дипломатии с какой-то репутацией такой нейтральной, скажем так, в первую очередь репутации как эксперта, как специалиста, не захотел бы этим заниматься сейчас. Ну и плюс надо понимать, мне кажется, что Российская Федерация очень выжидает результата выборов, поэтому навряд ли она какие-то резкие движения будет предпринимать до конца осени этого года. Она будет ждать выборов в Штатах. И, соответственно, вот после выборов, да. Ну, это привычная, в принципе, логика России, когда она ждет, может ли что-то поменяться в европейской или в американской столице, которые задействованы в переговоры. Украинская же сторона после того, как не смогла, скажем так, оказаться в стороне от внутриамериканских процессов и оказалась втянутой в этот скандал с импичментом, и сейчас, в принципе, в Украине тоже мы сами будируем эту тему дальше с этими пленками, с переговорами якобы между Байденом и Порошенко. Все это будируется, и это поддерживается на самом высоком уровне. Да, это не такой скандал, как был в прошлом году, например, который там привел к процедуре импичмента, но тем не менее, я считаю, что вот такое вот вовлечение высших наших политических и должностных лиц в этот скандал и вообще в американско-украинскую тему и на фоне особенно выборов, он очевидно играет против Украины, и рассчитывать на то, что мы сможем наладить какой-то вот этот снова канал дипломатической поддержки на былом уровне, ну не приходится.
Мария, вот многие же политические аналитики и западные, и украинские, и российские утверждают, что Путина интересует исключительно позиция и договоренности с Америкой по Украине. И ничего другого его не интересует, потому что он хочет осуществить какой-то большой обмен, его можно назвать как угодно. И в этом смысле, если Америка дистанцируется, то означает ли это, что переговорный процесс, ну, по крайней мере, так, как вы сказали, на какой-то определенный период, означает ли это, что сложно ожидать, что переговорные процессы сдвинутся с мертвой точки зрения, с мертвой точки, несмотря на поддержку со стороны европейских наших партнеров. Ну, так вот, если реальную картину оценивать происходящего. Я, конечно, ни в коем случае не умоляю вот той помощи и того, что делает Германия и Франция, но просто вот если посмотреть на реальную ситуацию. Я не вижу оснований, что конфликт разрешится. Вот пытаюсь сложить все пазлы, уже задаю даже сама себе часто вопрос, возможно, у меня уже глаз замылен. Я даже отшучусь немного, я на днях общалась с редактором одного из интернет-изданий, для которых я пишу статьи о нормандских, о минских переговорах, и вот он меня предложил мне, вот, напиши апдейт пост, потому что поднялась вот там вопросы, что было, там, что за общая позиция, которую никто не видел 3 июля в нормандской четверке. И я отвечаю, слушай, а надо ли? Мне кажется, что уже все настолько как бы понятно, что уже вроде бы и писать нечего. Нет, это у тебя глаз замылен, пиши. Вот. Поэтому я действительно задаю себе вопрос, возможно, я уже тоже что-то упускаю, но пытаясь сложить все пазлы, я не вижу оснований договориться между Кремлем и Киевом на сегодняшний день. И в краткосрочной перспективе тоже. К сожалению для России и к счастью для Украины, позиция украинских переговорщиков изменилась за этот год. То есть желание договориться, оно, может быть, и осталось, но понимание того, что широкий компромисс, а для России нужны только широкие компромиссы со стороны Украины, он невозможен. То есть есть вещи, которые просто будут раздирать и политический ландшафт в Украине, я имею в виду украинский парламент, и общество, которое, извините, по вопросу поступления украинских детей с оккупированной территории раскололось так, как будто у нас судьба государства решилась. То есть очевидно уже даже самым большим симпатикам прямых, неформальных и широких договоренностей с Россией уже стало очевидно, что будут сумасшедшие последствия внутри государства. И никакой палочки-выручалочки потом не останется. Поэтому есть поэтому изменился подход к этим переговорам. Вот о чем я веду речь, что действительно мы начинали год назад с резкого изменения переговорной тактики украинского руководства, после президентских выборов, когда была настроенность, энтузиазм, возможно договориться, это все реально, с постепенным утиханием вот этого энтузиазма и этой настроенности, с абсолютным фиаско по консультативному совету, что было вынужденным отказом от него, потому что Берлин не поддержал, потому что Париж не поддержал, и потому что стало понятно, что в Украине вот такая вот реакция, такая взрывоопасная наметилась на эту идею. Вот. И вынужденно под грузом вот этих обстоятельств, внешних, скажем так, переговорная тактика в результате изменилась. И я не вижу возможности договориться с Российской Федерацией. Она не пойдет на идею реинтеграции без изменений в Конституцию. Она не пойдет на реинтеграцию этих территорий обратно в Украину с контролем со стороны Украины над российско-украинской границей. То есть все, что Россия может Украине предложить, это такие заманчивые трюки с границей. Это то, что можно от России ожидать. Она может предложить, например, передачу контроля над границей не в день выборов, а там, например, на неделю или на две недели раньше голосования. Но очевидно, что это не будет контроль украинской пограничной службы. Это нужно понимать. То есть максимум, на что может Россия согласиться, это какое-то общее патрулирование между пограничниками ДНР, ЛНР, СММ, ОБСЕ и Украиной. Подходит ли Украине такой вариант? Ну, разве что на одну неделю или на месяц.
но не больше, потому что реинтеграция, и в том числе и закон об особом статусе, который имеет 1000 минусов, предполагает демонтаж оккупационных органов власти, построенных на этих территориях после 2014 года, в том числе и пограничные службы ДНР, ЛНР и всех прочих. То есть нас этот вариант может устроить как переходной для, например, там, нескольких недель, пока ведется избирательная там, кампания в самом разгаре, например. Но это все размышления о гипотетические, о том, под чем нет реального основания. Российская Федерация совсем, заметьте, так же, как и раньше, она совсем не ведет никакие разговоры ни о какой демилитаризации. Вообще ни о режиме тишины, ни о сложении оружия, ни о выводе иностранных, ну, то есть своих формирований, ни о расформировании этих корпусов и армий, так называемых ДНР и ЛНР. Эти вопросы вообще не обсуждаются со стороны России. Соответственно, никакого основания говорить о том, что мы сможем договориться с Россией о реинтеграции этих территорий, нет. И в обозримом будущем не появится. Именно поэтому украинская сторона, не имея прогресса сейчас, после активизации нормандского трека, после введения украинских переселенцев, она готовит с моей стороны, ну, во всяком случае, это было бы эффективно и здраво, как мне кажется. Она, если не выигрывает ничего вот на спринтерском забеге, то она закладывает основания для того, чтобы, например, осенью или зимой выйти с инициативой о серьезном пересмотре вообще вот этой переговорной матрицы с Российской Федерацией, в частности, о пересмотре Минских соглашений. И это будет выглядеть логично, потому что украинская сторона сделала максимум из того, что она могла сделать, и демонстрировала небывалые желания договориться, но при этом все время упиралась в ту же стену, в которую и предыдущая украинская переговорная команда упиралась. Ну, тогда вот мы поговорим, наверное, позже о том, удастся ли нам изменить вот сам процесс переговоров, пересмотреть Минские соглашения. О Будапештском меморандуме снова заговорил и Резников, но поскольку Штаты, как мы сейчас видим, дистанцировались, то вряд ли возможен Будапештский меморандум, поэтому и о нем я, наверное, сейчас не буду вас спрашивать, но, может быть, ваша короткая ремарка. Но зато, с другой стороны, появилась информация, что эти оккупированные территории могут присоединиться к России. Некоторые эксперты тоже, украинские и российские, говорили о том, что Путин после обнуления своих сроков на самом деле хотел бы стать во главе объединенного государства. Объединенного – это означает, туда должна войти там, Россия, Беларусь, ну, конечно, часть вот этих вот оккупированных территорий. Как, насколько реальным вам кажется этот сценарий? Да, я знакома с этой позицией, и у нас действительно даже определенные споры были в экспертном сообществе. Делается, вносится ли эта норма в российскую конституцию именно ради оккупированных Россией территорий Украины и Грузии? Потому что пророчилась частью экспертов, эта норма о создании так называемых федеральных территорий с прямым федеральным управлением, то есть они бы управлялись не местными органами власти, а непосредственно из Москвы. Делалось ли это ради того, чтобы интегрировать официально, формально оккупированный Донбасс, Абхазию, Осетию в состав Российской Федерации? Я стою на позиции большого скептицизма в отношении того, что это было сделано для именно абсорбации этих территорий. Я поясню почему. Потому что создается фактически новая форма территориальной организации в рамках Российской Федерации. То есть это не субъект федерации, но что-то подобное. Это вносится в Российскую Конституцию. Это будет иметь гораздо большую привязку к центральной власти в Российской Федерации, нежели даже субъекты Федерации, потому что эти территории должны напрямую управляться федеральными органами власти в России. Что это означает? Если мы попытаемся эту формулу наложить, например, на оккупированный Донбасс, это означает яснее некуда оформление этой оккупации. Это признание того, что Россия оккупировала чужую территорию, полностью формально ввела ее в состав своего государства и управляет этими территориями.
это полностью рушит всю логику, которую Россия с 2014 года отстаивает на всех международных площадках, отстаивает в международных судах, где идут процессы между Украиной и Россией. А логика России в том, что она к этим территориям не имеет отношения никакого. Что это гражданский конфликт между внутри Украины. Что в Минске и в Нормандии Россия жестко стоит на том, что Киев должен разговаривать с Донецком и Луганском. Что эти территории ни политически, ни экономически, де юре экономически, не являются частью российской там, политической, экономической системы. Настолько откровенная интеграция этих территорий по новой норме российской конституции в российское государство, мне кажется, абсолютно невыгодно России. Потому что это переворачивает с ног на голову все, что она доказывала последние 6 лет. А в том, что эти территории не нужны, как новая часть Российской Федерации в Москве, я более чем уверена. Не только потому, что это политически не даст того эффекта, который краткосрочный был после аннексии Крыма, да, для внутреннего потребителя, ура, мы победители, мы там Крым себе в кавычках вернули. Вот. Это, Донбасс такого эффекта не даст. Никто воевать за Донбасс не хочет в Российской Федерации, всплеска там патриотизма внутреннего не будет, что они там вернули или, не знаю, присоединили какой-то псевдобратский народ Донбасса к Российской Федерации. Но самое главное, оккупированный Донбасс — это сумасшедший экономический груз для Российской Федерации. Сумасшедший. В 2020 году на оккупированном Донбассе началась беспрецедентная за все 6 лет социально-экономическая кризисная ситуация. Вот этот холдинг, внешторгсервис, который после 2017 года, скажем так, в кавычках, национализировал украинские предприятия и теперь ими управляет на этих территориях, перестал выплачивать заработную плату на своих предприятиях. Период с февраля до мая 2020 года был периодом колоссальных задолженностей. Людям вот 4-5 месяцев не выплачивали зарплату, долги составляли в среднем около 40% по фонду заработной платы на этих предприятиях. И впервые за 6 лет на территории оккупированных районов Донеччины и Луганщины, в первую очередь Луганщины, прокатился ряд протестов, именно социально-экономических, когда горняки сидели в шахтах, не поднимались, их родственники бастовали под шахтами, стояли на митингах наверху. И это, в общем-то, первый такой вот всплеск социального недовольства вот такого масштаба на оккупированных территориях. Более того, населению на этих шахтах, в частности, вот горнякам, которые сидели там без зарплаты по там, 4 и больше месяцев, им даже на некоторых шахтах пытались создать еще более рабские условия труда. Им раздавали форматы трудовых, так называемых трудовых соглашений с руководствами шахт. И в этом, в этих трудовых соглашениях прямо значилось, что вопросы организации труда, оплаты труда, любых вопросов, связанных с оплатой вашего труда на этих предприятиях, являются конфиденциальными. Вы не имеете права этого обсуждать ни с кем, включая ваших ближайших родственников. И людей заставляли это подписывать. Это происходило как раз на фоне вот этих протестов для того, чтобы приглушить возможные протесты на других шахтах. Экономика ДНР и ЛНР без Украины умирает. Это путь, это билет в один конец. Без экспорта, без связующих предприятий в других областях Украины. Это путь в никуда. И именно это последние 3 года, после того, как эти территории замкнулись на себе и на нелегальном экспорте в Российскую Федерацию. А что такое нелегальный экспорт в Российскую Федерацию? Россия просто вывозит то, что наши там добывают или производят. И потом с территории России это дальше продает. Но ДНР и ЛНР от этого ничего не получают. Получают копейки. И Российская Федерация ничего не вкладывает в эти территории. Естественно. Она наоборот, даже те же шахты начинает закрывать. Как неприбыльные, нерентабельные. Поэтому вот эта вот социально-экономическая незаинтересованность в этих территориях, она очень серьезный тоже ступор. Вот принято считать, что Россия деньги не считает, что они для нее не важны. Но смотря на что. На войну и боевые действия откровенные
Россия деньги не считает. Она оставит всех голодными, но при этом снабдит снарядами, оружием и так далее своих вояк, которых отправляют в Сирию или в Украину, или там еще куда-то. Вот. Но при этом, когда речь идет об удержании, содержании вот таких территорий, никакой лишней копейки Россия туда не вложит. Поэтому абсорбировать эти территории невыгодно ни с дипломатической точки зрения, потому что Россия рушит всю ту логику, которую она жестко отстаивает последние 6 лет, ни политически, ни с юридической точки зрения, потому что это моментально пойдет новым процессом в Международный криминальный суд или в любую другую международную судебную инстанцию, и экономически тем более, потому что сейчас хотя бы социально у нас есть пенсионеры, которые, например, живут за счет в первую очередь украинских пенсий. Вот. А если и это захлопнется история, да, то значит Российская Федерация вынуждена будет на себя полностью это взять. Ну и плюс, что очень важно, если Россия бы хотела интегрировать эти территории формально, официально, представим себе, что вопреки вот всем моим аргументам она это делает, какой тогда у нее остается инструмент давления на Украину? Никакого. Крым? Нет. По Крыму они вообще не ведут разговоры, не собираются его возвращать ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Вот. То есть украинская сторона понимает, что эта история долгая, долгосрочная, и нужно искать какой-то майданчик. Кстати, хорошо, что наш МИД вернулся к этому вопросу и хочет искать какой-то новый формат, где вообще бы вопрос Крыма поднимался, международный формат, я имею в виду. Но если Донбасс официально абсорбируется Российской Федерацией, ну чем тогда Украину шантажировать? Кто будет о чем говорить с Россией в нормандском или в минском формате? Уже говорить будет не о чем. Это уже будут отторгнутые территории, которые по статусу превратятся во что-то соразмерное с вопросом Крыма. Все понимают, что рано или поздно целостность государства украинского восстановится, но это не будет ни через год, ни через 3 года, ни через 5 лет. И Россия самовольно, я сложно себе это могу представить, что Россия самовольно лишит себя вот такого рычага давления на Украину. Поэтому я считаю, что эти изменения в российскую конституцию, они не для оккупированного Донбасса. Мария, ну и последний вопрос. Я его специально вынесла, сделала последним, действительно. Потому что вот пленки, которые появились буквально вчера, я понимаю, что это не доказано, кто говорил, насколько они являются не смонтированными, насколько они являются правдоподобными. Я имею в виду пленки переговоров между якобы президентом или человека с голосом Петра Порошенко и человека с голосом Владимира Путина. Вот эти пленки заставили вас по-другому посмотреть на переговорные процессы, которые идут, ну, скажем так, между Украиной и Россией, потому что, ну, есть, наверное, надводная часть айсберга и, наверное, подводная часть айсберга. И когда она подводная, ну, мы там иногда, когда корабли натыкаются на нее, то понятно, что это для них проблема, да? Вот. Способны ли вот эти пленки, я так пытаюсь обтекаемо задать вопрос, способны ли эти пленки, которые являются вот подводной частью айсберга переговорного процесса, ну, каким-то образом повлиять на переговорный процесс, повлиять на ситуацию в Украине и на позицию, скажем, разных участников всех этих процессов, связанных с Донбассом? Вот как-то так я попыталась дипломатично этот вопрос формулировать. Есть разные стороны, которые, реакция которых важна. Да? То есть если мы говорим о внутреннем украинском потребителе информации, то, например, ту часть населения, которая за договоренности с Россией и против войны, которые считают, что на войне у нас все только зарабатывали, она вообще искусственно создана, и никому она не была нужна. У нас есть такая часть населения, которая за очень широкие компромиссы. Ну, их это, например, вот только убедит в том, что вот это была просто вот какая-то игра,
и кто-то с кем-то не мог о чем-то договориться, а люди продолжали гибнуть и воевать, да, то есть они в этом найдут вот подтверждение своей позиции. Те, кто у нас радикально настроенные патриоты, которые там считают, что решение конфликта возможно только военным способом и не нужно вообще ни на какие уступки идти, у нас таких там порядка 15-17%, вот, эта категория населения расколется. Одна часть не поверит и скажет, что это была какая-то провокация, и вообще это совершенно неправда, это смонтировано, или это чужие голоса, или еще что-то. Вот. Вторая часть разочаруется, потому что считает, что военным образом только можно этот конфликт завершить, именно потому что нужно быть очень принципиальным, жестким, и видит в этом определенный элемент зрады и лицемерия. Что касается международных партнеров Украины, я думаю, на их позицию это вообще не повлияет никак, потому что в отличие от нас с вами, как потребителей информации, да, уже вот, я думаю, уровень дискуссии все-таки был за закрытыми дверями в нормандской четверке и в минской трехсторонней контактной группе. Он отличался и был более лояльным, может быть, не всегда, но отличался от того, с какими месседжами выходили лидеры после таких переговоров. Поэтому я думаю, что для международных переговоров это особой роли не сыграет. Меня, если честно, это не очень удивило. Вот. Если это действительно все соответствует действительности, то... Ну, наверное, просто у меня ожиданий каких-то не было особенных. То есть я считала, что переговоры личные, вот тем и опасные всегда, что они могут вестись совсем не в том тоне, в котором идет публичная риторика. И соответственно, и ожидание, что то же самое, что говорится жестко вот, в публичном пространстве, что такая же риторика сохраняется при личном общении, ну вот ожиданий таких не было, как бы, да. Хотя я, понимая, я не дипломат, но поскольку я работаю с этой темой очень чувствительной, и она предполагает работу с дипломатической, скажем так, сферой и с контактами и все, я могу предположить и немного и другие варианты, скажем так, которые обуславливают определенный тон в переговорах. Когда для того, чтобы получить хоть какой-то результат, вы как разговариваете вдвоем, вы не будете сыпать теми же словесами, какими вы сыплете перед телекамерами. Просто потому, что вдвоем нужен разговор. И разговор обычно ведется так, чтобы другой человек не бросил трубку, а что-то со своей стороны сделал. Поэтому я здесь не очень категорична, но у меня и ожиданий не было, что там Петр Порошенко или Владимир Зеленский теперь, что они в личной беседе ведут себя так же и так же кричат про красные линии, как на украинских телеканалах или еще где-то. Но чтобы каким бы образом ни велась дискуссия между Порошенко и Путиным, с какими там обнимаю, жму руку и так далее, я привыкла как эксперт смотреть на факты, а по фактам я вижу, что после конца 2016 года украинская сторона, ну и в принципе даже после подписания Минских соглашений, мы, в общем-то, уткнулись в точку, ну такую тупиковую, скажем так, когда даже если настроенность что-то имплементировать из Минских соглашений и была у команды Порошенко в 2015 году, то ничего из этого реально имплементировать было невозможно, именно потому что градус накала в украинском обществе тогда был еще больше. И потом украинская сторона выстояла, как бы ее ни давили. Я прекрасно помню 16-й год, начало 17-го, когда была история с законом о выборах, и на нас наседал весь Европейский Союз и Штаты в том числе, чтобы мы обязательно приняли закон о выборах на оккупированной территории с аргументацией: ну вы сейчас его не имплементируете, но пусть он лежит, как закон об особом статусе. И украинская сторона этого не сделала, потому что прекрасно понимала, что как только мы примем этот закон, любые разговоры про режим тишины, про вывод войск, они вообще канут в лету. И еще через полгода или год к нам с такой же аргументацией все международное сообщество
подойдет и скажет, а теперь имплементируйте. Ну, вроде бы же можно уже, там, накал прошел, давайте как-то двигаться в сторону, например, выборов. И поэтому украинская сторона все-таки, ну, держалась, я считаю, так достаточно достойно. Я хочу напомнить, что Мария Золкина, политический аналитик Фонда демократической инициативы, была с нами на связи, за что мы очень признательны. Конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. И я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». Спасибо.